Четвертое место. Мы посоветовались и присудили Евгению. Ну, не докачал пресс, понимаешь? Вот если бы рубашку не снял, а у меня тренер, он чемпион бодибилдинга, вот, ну, не докачал пресс. Вот докачаешь, получу первое. То есть четвертое место Евгений, Евгений, я правильно, да, поняла? Аплодисменты Жене! Оп, скрутились, секундочку. Жень, ну, во-первых, мы с пустыми руками никогда никого не отпускаем, это раз. Во-вторых, учитывая, что это место четвертое, ну, оно немножечко крайнее снизу, но... Я считаю, что никогда не поздно не то, чтобы учиться. Голосина у тебя мощная, мы это все сегодня слышали. Мы дарим тебе подарочный сертификат на посещение мастер-класса по вокалу от певицы Натальи Турбиной, вокальная студия Grand Music. Если есть желание подтянуть, да, если есть желание как-то развиваться, а учиться никогда не поздно. В любом случае, Наташа поможет, там профессионалы работают. Я уверена, что ты получишь просто массу удовольствия. Ваши аплодисменты Евгению, спасибо. Жень, не уходи, пожалуйста, мы еще фоточку на память залупашим. Четвертое, да, это в принципе первое, с другой стороны, да. Это правда, да. Так. Третье место мы присудили Лизе. Лизонька, да. Лиза, третье место, бронза, ваши аплодисменты! Да. Лиза, само собой разумеется, ты у нас полуфиналист месяца, это твой диплом, это раз. Ты будешь претендовать на победу и будешь бороться за путевку в Буковель на двоих, это будет в декабре. Мы с тобой свяжемся, обязательно обменяемся данными. И плюс ко всему, нам нужно записать новогодний хит, который будет звучать на всю страну. Я уверена, что мы справимся. Третье место, Лиза, давайте ей, пожалуйста, поаплодируем, класс! Поднимайся, дорогая, на сцену. Конечно, мы еще сделаем фото на память. Итак, серебро. Второе место получает Дарья. Даша, Даша, ты хорошая наша! Второе место, бронза, ваши аплодисменты! Я тебе хочу сказать, что, ну вот мне по душе, понимаешь, я же такая же, как и ты, 100%. Я-то людей, в принципе, за первые 15 минут общения уже могу понять, поэтому мне очень приятно, что ты сегодня с нами, мне очень приятно, что второе место твое... А там все, что вы любите наверняка, мне кажется, да. То, что можно, оп, и... Да, аплодисменты, второе место, Даша! Давайте ее поддержим и поаплодируем. Ты большая молодец, здорово. Ну и интрига. И первое место получилось. Хочу пошутить, но никто не поймет, и все обидятся. Ну хорошо, не буду шутить. Конечно же, Макс. Макс! Первое место! Победитель сегодняшнего песенного батла! Понимаешь, как в Украине принимают? Мало того, что с распростертыми объятиями, так плюс ко всему еще и не с пустыми руками. Мы тебя отпускаем, выходи в центр. Ну это ж первое место. Елочки да палочки. Ваши аплодисменты, победитель сегодняшнего песенного батла. Макс, человек с потрясающим тембром. Человек обаятельный, с красивенными глазами. Эти аплодисменты.